Москва, 13 мая, РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье. Воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды ФОБОС. Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять антициклон. В Москве и по области ожидается переменная облачность и без осадков, рассказали РИА Новости в ФОБОС. Днем в Москве температура воздуха прогреется до плюс 24, плюс 26 градусов. В Подмосковье будет еще теплее, максимальная температура составит плюс 22, плюс 27 градусов, уточнил собеседник агентства. По данным Центра погоды, ветер в столичном регионе будет юго-восточным со скоростью 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы. Барометры покажут 753 миллиметра